Овен. Что ожидает Овнов в апреле 2023 года? Мне показывают, что вот есть железная дорога, да, и вот эта железная дорога, по ней идет поезд, ну, обычный такой состав идет, и вот эта железная дорога, она вся исковеркана. Получается, железные пути переломлены, поезд как-то вроде как бы сошел с пути слегка, но не заваленный, не заваленный. Вот он стоит как бы, ну, в сторонке на железной дороге, впереди все разрушено получается. Но поезд еще как бы не разрушен. Ну, он как бы уже одной ногой, как бы, ну, там, получается, одни колеса сошли с рельса, другие остались, ну, как-то так. А о чем это говорит? Это говорит, что у Овнов, вот то, что они себе планировали, какой-то жизненный путь, или кто-то планировал, возможно, поездку какую-то, да, кто-то планировал поменять работу, там, кто-то планировал поменять место жительства, может, кто-то путешествовать собрался. И вот это вот все планы, вот этот путь, который они наметили по железному, вот железнодорожный, это вот путь, железнодорожное полотно, это твой путь. Они рассчитывали на хороший солнечный путь, а его не получилось. Получается, весь путь, который они себе запланировали, он весь разрушился. Вот, вагон не завалился, но он сошел с пути. То есть все ваши планы рухнули, что бы вы ни планировали, какой там переезд или еще что-то, ничего у вас в этом месяце, все ваши планы вот просто рухнут. Вот. А поэтому кто предупрежден, тот вооружен. Подайтесь в панику, не надо. А тут просто надо понимать, что, наверное, так звезды сложились, что, может, вам по этому пути и не стоит идти. Понимаете? Может, вы в поездку, которую там запланировали, вам и не стоит ехать, может, там какие-то проблемы у вас будут, да? Или какое-то там свидание вы там запланировали там с кем-то, там, с любимым человеком. Да, может, этот любимый человек вам и не нужен. Поэтому все ваши планы, которые... Вот это не значит, что это плохо, что ваши планы там вот они все вот рухнут. Это значит, что оно так должно быть. Вот так сошлись звезды, чтобы у вас на этот момент, не, чтобы вы не наделали, скажем так, ошибок. Вот, разрушили вам все планы, ну, вот, как говорится, хотите насмешить Бога, сделайте себе планы. Вот вы насмешили Бога, как говорится. Поэтому все ваши планы, все это рухнет. Вот, и это вам будет как назидание в вашем планировании, что ничего не бывает вот, спланированное заранее. Да, мы можем думать, но сильно на то, что мы там планировать, сильно на это нельзя опираться, потому что могут мешаться какие-то силы и все это дело разрушить. Вот это не говорит о том, что вы вообще не должны ничего планировать. Нет, ну примерно что-то там планируется, но не сильно на это надейтесь. Потому что я говорю, в любой момент планом может кто-то третий вам все это дело разрушить. Вот, поэтому то, что у вас будет рушиться в этом месяце, оно просто вам не надо. Это все. Потому что всем удачи, Львам, Овнам, Овнам, я про Овнов делаю. Вот. Так что, Овны, не расстраивайтесь, все, что делаете, все к лучшему. Береженого Бог бережет. Всем удачи!